Вот уже 25 лет «Весна» в Ленинском районе приходит вместе с фестивалем детского и юношеского творчества «Веснушки». Ежегодно тысячи детей участвуют в этом конкурсе, а начинается все с фойе, где представлены лучшие работы ребят. В этот день солнце светит ярче, а улыбки не сходят с лиц. Ведь это не просто соревнование, это настоящий праздник творчества. В кинотеатре «Искра», где состоялось награждение участников, приподнятое настроение ощущалось еще задолго до начала мероприятия. Дети готовились к выступлению и делились планами. Традиционные три звонка собрали всех в зрительном зале, где прозвучали приветственные слова. Пусть конкурс «Веснушка» станет путевкой в творчество для каждого участника. Творите, дерзайте, и пусть все намеченное вами сбывается. Началось все по традиции с торжественного награждения. В зале чувствовалась дружественная атмосфера. Ребята поддерживали друг друга и с трепетом ждали, кто же в этом году станет лучшим. Количество участников районного конкурса растет постоянно. Появляются новые направления и номинации. Со специальным призом выступил телеканал «Видное ТВ». Съемка сюжета о победителе. 7-я школа, 8-й Г класс. Клип «Тучи». Получит Коршунов Андрей Валерьевич. Аплодисменты! После торжественной части всех ждал праздничный концерт. Разнообразие номеров в этот день поражало. Дети демонстрировали свои умения в акробатике, танцах, песнях и чтении стихотворений. Бурные аплодисменты вызвала вариация «Жемчужинок» из балета «Конек-горбунок». Юные артистки поделились своими секретами успеха. Вспомнить о чем-нибудь хорошем, о цветах, о лете. И сразу все забудешь и танцуешь очень хорошо. Мы очень долго вместе. Мы успели подружиться. И мы и партнеры, и друзья. Конкурс действительно помогает найти новых друзей. Основатель фестиваля Нина Бессонова признается, что ко всем участникам относится как к родным. Вместе с ребятами радуются их творческим прорывам. Нина Владимировна уверена, что впереди еще не один юбилей. Такая мысль сделать вообще фестивальную неделю. Это было бы очень здорово. Это, во-первых, конкурентно, так скажем, потому что уже создизайн... Это вольет новую кровь как бы в это фестивальное движение. Это будет интересно. В завершении праздника ведущие предложили всем немного помечтать. Участники и зрители загадали свои самые смелые и сокровенные желания. Каждый верил, что если очень стараться и стремиться к чему-то, то все невозможное станет возможным. Алексей Мельников, Николай Карбанов, Елена Кошелева. Видное ТВ.